Библиотечный дворик на улице Московской приглашает детей и родителей. В этом году он открылся раньше, чем обычно. Приходите, будет интересно. По адресу Московская, 11, вновь открылся библиотечный дворик. В этом году он начал работу раньше, чем обычно. Не в июле, а уже в июне. Провести время весело, используя, приглашаются дети, подростки, а также их родители. Закончился трудный учебный год, начались веселые летние каникулы. Наша такая форма работы востребована, она вызывает очень такой хороший интерес со стороны всех, так сказать, участвующих. И нас уже ждут. Нас уже спрашивают, когда эта работа начнется. Формат библиотечного дворика год за годом развивается и совершенствуется. Этим летом ребят ждет множество самых разных познавательных и увлекательных программ. Первая была посвящена Олимпийским играм в Сочи, событию, впечатлениями от которого страна живет до сих пор. Ребят ждали викторины, соревнования и конкурсы. А впереди еще так много интересного, в том числе мультмарафон, встреча с героями сказок Андерсена и Ершова, День добрых дел, посвященный 110-летию со дня рождения Аркадия Гайдара, книги «Тимур и его команда». Открыт библиотечный дворик будет по средам до середины августа с 6 часов вечера. Планируются дополнительные мероприятия. С расписанием наших мероприятий можно познакомиться на нашем сайте. Это biblioom.ru. Мы всех ждем.